На планетарке есть метка. Вот одна красненькая точка и вторая красная точка. Вот установочный комплект. Вот установочный комплект. Эта штука крутится. Вот так вот. Ее берете, выставляете две метки. Вот эта и вот эта метка должны быть параллельно вот этой третьей. Вот так выставили. И на этой планетарке вот здесь есть вот одна метка. И параллельно с другой стороны такая же метка. Вы вот так берете и одеваете. Ровно на метке. Чтобы эти метки совпали. Вот. Так, одели. Вот эта метка на установочном комплекте. И на планетарке, на шайбе. И здесь все вот эти вот метки должны совпасть. Затем берете сам замок. Вот замок. На нем есть желтая метка. На планетарке, ой, на установочном комплекте есть вот точечка между двумя болтиками. Вот она. Вот эта вот желтая точка должна совпасть с этой вот, с этим кружочком. И потом вы просто защелкните. Одеваем, выставляем метки параллельно. Одели. Вот оно по-другому никак не сядет. Оно должно сесть. Вот так вот. Вот. Метки совпали. Берете потом сам замок и одеваете. Он здесь сделан внутри вот как четырехгранник. И вот эта вот гайка. Вот эта вот гайка. Вот она. Она тоже четырехгранная. То есть замок только вот так сядет на нее. И закрутим. Одели. Одеваете замок. Как я показывал. Желтая метка, кружочек между двумя гайками. Просто его вот так вот одели. Он по-другому не сядет. И закрыли. Открыли, сняли, одели и закрыли. Все, у вас вот этот вот установочный комплект вот так и будет стоять. Затем берете тросик, выставляете на первую передачу. Вот на первой передаче стоит. Гайка, вот эта вот гаечка, должна к вам смотреть. Вот у нее есть место, вот это вот. Вот она вставляется вот так вот. Все. И ложится тросик вот здесь усик под вот этой желтой меточкой и натянули и вставили. Затем сейчас это второе видео сниму, покажу. Затем берете шифтер, вот шифтер. Это уже будете все делать на велосипеде. Выставляете на четвертую передачу. 3, 4. Вот на шифтере на четвертой передаче есть точечка. Это все планетарки выставляются на четвертую передачу. Семерки, восьмерки. Что срамовские, что шимановские. Все на четвертой передаче. Здесь есть окошко. Вот так будет на вас смотреть колесо. Когда вы перевернете, велосипед уже в положении движения. Вот здесь есть окошко. Это все на четвертой передаче. В это окошко загляните, здесь есть две метки. Вот. Одна метка непосредственно на окошке, вторая метка на вот этом механизме, который крутится. И смотрите, вот это вот, тут плохо видно. Так лучше видно. Вот эти две метки должны совпасть. Если не совпадает, начинаете крутить вот этой вот крутилочкой и совмещаете метки либо влево, либо вправо, как надо. Так и совмещаете. Это когда велик уже в движении. А когда велик вверх ногами будет стоять,
баклажами стоять. Здесь будет... Не буду зажимать. Здесь будет вот две метки желтые. Они тоже должны совпасть. Берете крутилочку эту, как я вам показывал на планетарке. И начинаете крутить. Вот эти меточки. И вот эта крутилочка. Вот я начинаю тросик натягивать. Она удаляется. Значит, надо тросик наоборот ослабить. Вот. Все. Это на четвертой передаче вы все выставляете. Это для правильной работы планетарки. Если где-то какая-то передача соскакивает или проскакивает, сразу берите тросик и регулируйте.